стою среди ребят. Я не спорю. Так люблю, краю, кожу, так глазу, где моя хороша. Песни и нежный рассвет.
стою среди грибов, я не скошен. Наполняется счастьем душа. Как люблю тебя, край мой ухоженный, как бумага ты моя хороша. Если беремся мы за дело, то дело это на века.
Если поем мы песню, то песня это на весь мир. Ведь в каждом нашем деле, в каждой нашей песне моя земля, моя Кубань. Наши предки осваивали богатейшие территории, сеяли хлеб, защищали рубежи Отечества, строили города и прокладывали дороги. Трудом и талантом многих поколений край стал житницей, здравницей и жемчужиной России. Исторически сложилось так, что эта прекрасная, благодатная земля стала родной для многих народов. В нашем крае живут в единстве и согласии люди более 120 национальностей. Наш благодатный Краснодарский край – это удивительный мир. Снежные горы и золотые хлебные поля, привольные степи и цветущие сады, красивые парки, здравницы и масштабные стройки. Учреждения культуры и искусства бережно хранят и приумножают духовные ценности нашей многонациональной земли. Сегодня наш край уверенно развивается, воплощая в жизнь масштабные экономические, культурные и туристические проекты. Наш дружный многонациональный край – территория больших возможностей, и в этом есть заслуга
каждого из нас. Славные страницы в истории Краснодарского края вписал и олимпийский город Сочи. Здесь выросли, трудились, сражались за свободу и независимость нашей Родины герои Советского Союза, герои социалистического труда, честные, преданные патриоты нашего города. Наши земляки внесли весомый вклад в развитие и процветание нашего края и своими высокими достижениями достойно встречают юбилей родной Кубани. Мы гордимся своим краем и счастливы в нем жить. Дорогие друзья, с праздником вас поздравляет глава администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи Олег Владимирович Борлев. Добрый день, уважаемые ровесники Краснодарского края, уважаемые жители и гости нашего курорта. Примите самые искренние, самые теплые поздравления в этот день от мэра нашего города Сочи Капогородского Алексея Сергеевича, от депутатов городского собрания города Сочи во главе с Филоновым Виктором Петровичем, ну и от всей команды администрации Лазаревского района с 85-й годовщиной со дня образования Краснодарского края. За эти годы вместе со всей страной наш регион прошел через тяжелейшие испытания военного времени. Совершил мощный рывок в послевоенный период. По праву стал называться житницей, здравницей и настоящей жемчужиной России. Сегодня наш Краснодарский край – это в первую очередь туристический центр, который принимает миллионы людей со всей страны. Это центр развития сельского хозяйства, виноделия, промышленности и, конечно же, строительства. Ежегодно наша Кубань собирает рекордные урожаи, строит современные медицинские учреждения, спортивные комплексы, школы и детские сады, сотни новых дорог, газопроводов и водопроводов, запускает новые производства, сохраняет и приумножает культурные ценности. Кубань – это южные морские ворота России, это популярные курорты. Самое главное богатство нашего края – это, конечно же, талантливые, трудолюбивые, отзывчивые, добрые, мудрые и чуткие люди, которые делают все, чтобы регион уверенно смотрел в завтрашний день и двигался к намеченным целям. Спасибо каждому, кто вкладывает свою душу, умения и таланты в развитие нашего района, города и всей Кубани. Дорогие друзья, от всей души желаю всем вам крепкого здоровья, добра и благополучия, созидательного труда на благо Кубани и во славу Отечества. Пусть успех каждого жителя региона станет основой развития и процветания нашего Краснодарского края. С праздником, друзья! На красной кубанской земле живут и созидают замечательные люди, ровесники Краснодарского края. Они внесли огромный личный вклад в развитие и процветание нашего района, города и всей Кубани. Ими гордится наш город, Краснодарский край и вся Россия. В связи с 85-летием Краснодарского края поздравительный адрес главы администрации Лазаревского района и паспорт ровесника Краснодарского края вручается Бгана Харуну Касимовичу. Харун Касимович – заслуженный учитель Кубани. Более 40 лет работал преподавателем, организатором ОБЖ средней школы номер 75 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Малышева. Имеет звание военный руководитель-методист. Был делегатом Всероссийского съезда учителей. Награжден нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». Благодарностью губернатора Краснодарского края за активное участие в краевом ежегодном конкурсе по военно-патриотическому воспитанию граждан. Почетной грамотой главы города Сочи за первое место в общероссийской военно-спортивной игре «Победа». За активную гражданскую позицию и личный вклад в развитие города Сочи отмечен знаком признания и почет. Аплодисменты!
Поздравительный адрес и паспорт ровесника края вручается Бойко Лидии Павловне. Лидия Павловна, председатель Лазаревского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Награждена медалью «Ветеран труда». Памятные медали 50 лет начала освоения целинных земель. Лидия Павловна, победитель конкурса «Женщина года города Сочи-2005». Имеет почетное звание «Заслуженный активист ветеранского движения Кубани». Награждена медалью Общественной палаты за активную гражданскую позицию и патриотизм. Награждена памятной медалью президента Российской Федерации Владимира Путина за значительный вклад в подготовку и проведение 22-х Олимпийских зимних игр. Медалью за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени, знаком признания и почет сочинцев и знаком за вклад в общественную и политическую жизнь города Сочи. Аплодисменты! Поздравительный адрес и паспорт ровесника Краснодарского края вручается Минасяну Марату Хачатуровичу. Марат Хачатурович – скульптор, член Союза художников СССР. Скульптуры, созданные им, установлены в городах России и разных странах мира. Во Франции, Японии, Греции, Венгрии, Словении, Польше, Латвии, Индии и Армении. Ряд замечательных памятников, украшающих наши улицы и скверы, сегодня прочно вписаны в привычный для нас облик Лазаревского. Марат Хачатурович – создатель более сотни каменных качкаров, памятных крестов с орнаментами и священными писаниями, являющихся предметом особого поклонения для каждого армянина. Участник республиканских и всесоюзных выставок, международных симпозиумов. Ваши аплодисменты! Поздравительный адрес и паспорт ровесника Краснодарского края вручается Челукиде Симе Михайловне, учителю средней школы номер 80, имени Героя Советского Союза Дмитрия Леонтьевича Калараша. Сима Михайловна – отличник народного просвещения, награждена знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда» за достигнутые успехи в обучении и воспитании школьников, благодарностями и грамоты Лазаревского отдела народного образования. В разные годы исполняла должности учителя истории, директора вечерней школы, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Аплодисменты, друзья! Поздравительный адрес и паспорт ровесника Краснодарского края вручается Ставровской Людмиле Петровне. Людмила Петровна – ветеран социальной защиты населения Российской Федерации, почетный гражданин Лазаревского района. Награждена медалью за доблестный труд во знаменовании столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, медалью за трудовое отличие, знаком «Ударник 9-й пятилетки», знаком «Победитель социалистического соревнования». За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР нашу землячку отметили серебряной медалью Главного комитета ВДНХ СССР. В 1996 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». Ваши аплодисменты, Ставровская Людмила Петровна. Созидатели, увлеченные мечтатели, воплотившие в жизнь свои дерзновенные замыслы, люди энергии и добросовестного многолетнего труда, внесшие свой значительный вклад в процветание нашего района и города, которые и по сей день продолжают работать и заниматься общественной деятельностью, это достоинство и слава нашего края. В связи с 85-летием Краснодарского края поздравительный адрес главы администрации Лазаревского района вручается труженикам и общественникам Лазаревского района. На сцену приглашаются Туголуков Валентин Евгеньевич, заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Лазаревского района. Работал председателем райисполкома. Много лет жизни посвятил курортной отрасли. Награжден медалью «Отличник курортной отрасли», медалью «За заслуги в развитии курортного дела»,
серебряной медалью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за вклад в развитие агропромышленного комплекса России, почетной грамотой избирательной комиссии Краснодарского края. Ваши аплодисменты. Туголуков Валентин Евгеньевич. Поздравительный адрес вручается Лаженко Светлане Алексеевне. Светлана Алексеевна, почетный гражданин Лазаревского района, заслуженный учитель Кубани, отличник народного просвещения, учитель русского языка и литературы средней школы номер 80 имени Героя Советского Союза Дмитрия Леонтьевича Калараша. За профессиональные заслуги награждена знаком признания и почет сочинцев, медалью «Во имя жизни на земле», медалью «За верность долгу и Отечеству», медалью «За активную военно-патриотическую работу», медалью «Патриот России», медалью «Почетный волонтер города Сочи». Светлана Алексеевна – активный общественный деятель, руководитель школьного музея «Поиск», деятельность которого направлена на сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны. Аплодисменты! А сейчас, дорогие друзья, фотографию на память об этом замечательном праздничном дне. Спасибо. Спасибо вам, наши замечательные люди, дорогие друзья. Пусть развивается и богатеет наша Кубань, расцветают национальные культуры, крепнет единство и содружество братских народов. И пусть наш город Сочи прославляет гостеприимный, щедрый Краснодарский край и нашу страну, великую, многонациональную, могучую, единую Россию. И мы начинаем наш праздничный концерт. Рассвет, ты в утробе,
Марина Лемиенко, спасибо! Аплодисменты! Встречаем такими же аплодисментами ансамбль казачьей песни «Кубанские казаки черноморцы».
царя по кругу собираться казаку. Он обнял свою подругу, шашку острую свою. Ты прости меня, родная, хоть себя не берегу. Где умру, я знать не знаю, войну голову сложу. Ты прости меня, родная, хоть себя не берегу. Где умру, я знать не знаю, войну голову сложу. Осветил рассвет дорогу, да в чужую сторону. Бережет казак тревогу за любимую страну. Ты прости меня, родная, под себя не сберегу. Где умру, я знать не знаю, на войну голову сложу. Ты прости меня, родная, под себя не сберегу. Где умру, я знать не знаю, на войну голову сложу. Не сидеть лихому дома, удалому как же быть? И до тона вольной фаулюшки попить. Эх, раздолье в чистом поле, ветер вдоль за кудри вьет. Чистым полем мчатся кони, сердце радостно поет. Вас поздравляет ансамбль адыгского танца «Адыги». Встречайте бурными аплодисментами. Thank you.
ансамбль русского танца «Россия». Смородина, Родина, островок за излученной быстрой реки, Родина, возле дедовской кузни сухая колодина, Родина, по апрелю лазоревые ручейки, Родина, ты опорой судьбы и души на добро дана, Родина, кто остался без Родины, жалок, убог, Родина, я в тебе. Ты во мне навсегда, моя Родина, Родина, да хранит тебя Родина в радости Бог. Дорогие друзья, встречайте ансамбль саратовских гармоник «Озорные переборы». Кто вам скажет, что гармошка песням ночи не подстать? Кто покажет тебе причуды, что наш дед не мог сыграть? Отзовьется в час суровый канительный перебор, запоют поля и веси, солнце в пляс пойдет на двор.
встречаем аплодисментами ансамбль греческой песни и танца «Эос». Симутина. Мы за руки в танце, ты и я.
диких прибрежных склонах виноград растет зеленый, там Понтийская земля, это родина моя. Жить поверь нам навеки, завещали наши греки, будем предками гордиться, потому что мы понтийцы. Душа моя, на свете буду жить и я, и ты, понтийская земля, живи вовеки. Возьмемся за руки, друзья, нам унывать никак нельзя, когда играет круговой, танцуйте, греки. Сколько горя выпадало, испытать пришлось немало, вижу, греческий народ любит, трудится, поет. И пускай живет Россия, в мире нет страны красивей, православная земля, это родина моя. Пока жива душа моя, на свете буду жить и я, и ты, понтийская земля, живи вовеки. Возьмемся за руки, друзья, нам унывать никак нельзя, когда играет круговой, танцуйте, греки. Пока жива душа моя, на свете буду жить и я, и ты, понтийская земля, живи вовеки. Возьмемся за руки, друзья, нам унывать никак нельзя, когда играет круговой, танцуйте, греки. Пока жива душа моя, на свете буду жить я, и ты, понтийская земля, живи вовеки. Возьмемся за руки, друзья, нам унывать никак нельзя, когда играет круговой, танцуйте, греки. Встречайте ансамбль армянского танца «Наири».
нашей сцене ансамбль украинской песни «Покус».
друзья! С праздником! Вас поздравляет вокально-хореографический ансамбль «Дебют». Приветствуйте аплодисментами! На нашей праздничной сцене. Идет рассвет, шагая по кургану, навстречу солнцу станет опоя. Слава, Кубань, Кубань, родимая.
Дорогие друзья, встречайте ансамбль русского танца «Россия». И танца «Эос».
И вновь на нашей праздничной сцене ансамбль адыгского танца «Адыги». Встречайте! Thank you.
Дорогие друзья, на нашей сцене ансамбль армянского танца «Наири». Thank you.
Спасибо. Встречаем аплодисментами ансамбль белорусского танца и песни «Дива». Веруя, пройдут сквозь грозы и молнии,
катались по городам, но возвращались всегда домой. Люди придумали счастью запреты, ветер замедлил судьбы киноленту и расчертил на границе большую любовь. Мы единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожито, пройдено, никем на свете не делим. Единое целое, и все, кто верит и верует, пройдут сквозь грозы и молнии легко и незримо. Единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожито, пройдено, и кем на свете не делимо. Мы единое целое, и все, кто верит и верует, пройдут сквозь грозы и молнии легко. Праздником, дорогие друзья! С днем образования Краснодарского края! Пусть в ваших семьях всегда царит любовь и согласие, а наши близкие всегда были счастливы, были здоровы и жили богато. Дорогие друзья, на этом наш праздник не заканчивается. На нашей сцене для вас будут петь наши солисты, солисты Лазаревского центра национальных культур. Спасибо и встречайте их аплодисментами. Так бы сейчас вляпал.